Всем привет с Алтая! Сегодня у меня обзор покупок. Покупок разных, разнообразных, так скажем, из разных магазинов. И заехали, заодно забрали небольшой заказ на Озоне. Девочки, присмотритесь к Озону, там значительно ниже цены на те же товары, что на Валберес. Я вот смотрю многие обзоры, все плотно сидят на Валберес, но хочу сказать, мне Озон нравится больше. Так что присмотритесь. Купили питание для наших красавиц. Сейчас прошла акция на него. Потому что вообще хочу сказать, корма очень подорожали. Но я думаю, у кого есть домашние питомцы, все прекрасно это знают. Вот. И поэтому, когда я увидела хорошую скидочку, я взяла, конечно. Вот взяла для курицы и для... И с лососем. Это у нас для стерилизованных. У нас все животные стерилизованы. Так что как раз и подойдет. Значит, цена одной упаковки 272 рубля. И 276 рублей. Это лосось. Здесь 750 граммов. Так что вот так. Хорошая вообще скидка прям. Потому что муж ездил в город и купил в прошлый раз. За 399 рублей, что ли, в магните он брал. Ну, в общем, дорожает, все дорожает. И в том числе корм тоже. Но куда без корма, вы сами понимаете. Хотя многие, что, ну, как бы домашняя пища это называется. Вот заказала мужу вот такие бритвенные станки. У него уже она старенькая, жилет. И я по отзывам почитала, что очень хвалят и говорят, гораздо выгоднее купить вот одноразовый. И то одного станка хватает на месяц. Там отзыв написал мужчина. Ну, я думаю, что обманывать бы и врать он не стал. Здесь 4 штуки. А стоит, по-моему, 200, в районе 300 рублей. Я так не помню конкретно. Она тоже у них плавающая головка такая, своеобразная. Прям показывали в отзывах. Я посмотрела видео. И вот решила приобрести мужу. Ну, по крайней мере, на 4 месяца хватит ему. Так, ну и вот еще купили вот такое. Мы не балуем мягким кормом, потому что от этого заводится зубной камень. А чтобы его потом лечить, ой-ой-ой, сколько надо средств потратить. И мучение для животного, он перестает кушать, естественно, становится вялым и, сами понимаете, грустным. Так что лучше предотвратите, чем лечить. Ну вот, так как у нас их трое, 3 штуки мы и взяли. Вот. Тоже там по хорошей цене это было. Ну так мы брали тоже Purina One. Всегда. А в этот раз, ну, говорим, давай как-то разнообразим тоже. Потом, значит, вот хотела, увидела вот такие хлебцы. Значит, они идут традиционно итальянским способом приготовлены. Вот такие хлебцы с семенами тыквы, оливковым маслом и морской солью. Ну, вот посмотрите, какие они пришли поломанные. Просто ужас. Это меня, конечно... Посмотрите, пачка вся разорванная. Вот они чуть ли не выпрыгивают отсюда. Ну, видно, да, вот смотрите. Семена тыквы прям четко видны. Ну, надеюсь, они не сильно соленые, потому что... Ну, вот единственное, что меня разочаровало, что вот в таком виде они пришли. Конечно, некрасиво. Все поломанные. Посмотрите. Ну, безобразие. Как будто их кидали и топтали. Ну, больше не буду заказывать. Уж очень мне прям захотелось. Значит, стоят они 113 рублей. Здесь 250 грамм. А тут вообще вот все отгрызано. И интересно, кто это отгрыз? Нет, не отгрызано. Вот как. Видите, да? Ну, в общем, безобразно. Безобразно. Попробуем. Попробую сегодня, попробую. Так, еще вот что у меня тут
Один обманчик, короче, тоже. Увидела я вот такие финики. Мы уже брали конфеты такие в прошлом видео. Можете увидеть. Вот, вот мы их уже почти подъедаем. Очень вкусные конфетки, так сказать. Тут входит в состав только финики. Ну, финиковая такая паста. И добавлен, значит, миндаль и кокос. Очень вкусные. И прям сладость у них хорошая такая. Отличная замена вот тем, кто не любит, ну, отказались от сладкого, или у них даже написано, что здесь, видите, ПП. Вот, и я увидела, что продаются такие же, но уже с грецким орехом. Что еще туда входит? Сейчас я прочитаю. Доктор Феник называется. Здесь написано, значит, натурально содержит витамины, минералы, без консервантов. Знаю, что грецкий орех, еще что-то. Сейчас давайте почитаем, вот тут написано. А ну да, финик, грецкий орех, кокосовая стружка и какао. И они называются, что это шоколадный трюфель. Вот, посмотрите, видите, с грецким орехом. Ну, просто разнообразить. Вот взяла. Но подвох в чем? В том, что цена у них одинаковая, но только вот эти были 500 грамм, а здесь всего лишь 300 грамм, а цена такая же. Понимаете? То есть эти намного дороже. Так, где у них тут написано, что 300 граммов? Вот, посмотрите. 300 грамм. А в тех было полкило. Все-таки дешевле. Ну, за счет того, что, наверное, грецкий орех добавлен, ну, хотя миндаль, он тоже не из дешевого. И кокосовая стружка, она дешевая, ну, и какао, наверное. Ну, посмотрим. Должны быть вкусные. Ну, это покупка Сазон. Сейчас у меня будет еще одна покупочка.